Как быть, чтобы избежать перевода нейтральных энергий в негативные энергии и максимально наполнить позитивные энергии? Для этого надо не только накормить кота, сказать «благослови всех Вселенную». Сказал Вселенная, сказал Христос, Аллах, Будда. Вселенная. Благослови всех Вселенных Бога. Дух – это то, чем мы рассуждаем. Каждое существо имеет дух, и дух представлен в виде пространства. В символическом изображении, например, креста, не христианского вообще. Вот вертикальная планка – это дух, это пространство. Дух принимает решение. Мы мыслим, дух мыслит. Душа – это горизонтальная планка. И, соответственно, относится к состоянию энергии духа. То есть пространство духа заполнено энергиями.